Это только один раз. Наски 4000. Я думаю, расскажу. Это ассоциируется как мощное удилище для трофейной рыбы. Вот это там свальчики, вот я поставил, вот где судачки стояли. Вот такой вот его вес. Вот это вот они. Сейчас мы их будем брать. Шайнер. Ты мне постреляй! Не реализованы. На вот этом вот свальчике. Пятнашка, два такта. Катался? И вот. Ребят, всем привет! Сейчас у нас самый-самый рассвет, можете видеть. И сегодня у меня рыбалка на Днепре, на Машкаре. Сегодня мы будем охотиться на хищника, надеюсь, на крупного судака, окуня, щуку. Что получится, то и поймаем. Я устал. Как они на морской рыбалке там? Сегодня я отправляюсь в Кременчуг. То есть сажусь на лодку, мне где-то полчасика, минут 40 на моторе надо проехать. Сегодня я еду к своему другу, товарищу, к Руслану. Ты мне постреляй! У меня уже были с ним видео. Мы проедем несколько точек, которые у нас есть именно в Кременчуге. И попробуем там кого-то поймать. Так что сейчас сажусь на мотор, полчасика, минут 40, и будем в Кремне. И там уже начнем рыбалку. Поехали! Итак, ребят, мы уже сынулю Русика выкатали, заморозили, да, пацана, отвезли, и вот начинается наша рыбалка. И вот первый, не будем спрашивать на что, это турбориб в масле с красной джиголовкой. Единственная приманка Русика, которую он признает. Ну, короче, небольшой, но прикольно. Первый пошел. Вот, смотри. Видишь, я покатался, и вот оно все нарисовало. Сейчас надо кидать вот туда. Вот туда. Как раз снесет на них. Сейчас я найду их. Есть. А? Небольшой, маленький. Ну что, хотя может пойдет. Откуда? Полкило есть что. Так, вот он первый. Первый пошел. Мне как раз подписчик пришлет кукан. Кукан-жукан называется. Не знаю, подписчик или нет, но сказал, видео у нас плавят и без кукана. Вот сегодня бы он как раз был в тему. Мотор часто во всех видео спрашивает, поэтому это Тоха пятнашка, два такта. Сейчас этот навал лежит в 10-15 метрах от нас. Ну, то есть, когда уже ближе к лодке. И он лежит... Вот он, понял? Вот она. Давай. Русик, не спеши, у нас подсаки нет, так что... Я как бы могу взять. Ну что, Русик, круто? С крутым эхолотом, да? Оп, коряшка, оп. Скажи, это я, при чем тут эхолот? Я понял. О, хорош, ты молодец, Русик. Подожди. Давай, молодец. А ну. Прости, братан. Я ему, видишь, жабры так вставил, что... А, ты? Русяндик, ну что? Что за приманка, спрашивать не буду. На двойнике в корягах, да пофиг, говорит, все нормально, да? Хорош, да, я вот так сниму. Ты мне для канала вообще не подходишь. Ты рыбачишь на Intech, на Zemex, который я тебе подарил. Красавица, Руся, поздравляю. Хорош. Этого будем жарить сегодня? Да. Тогда всех остальных будем выпускать. Вот и договорились. Получается, на вот этом вот свальчике лежат бревнышки. Вот тут вот. И мы вот так вот их ловим. Затягиваем, короче. Кусок сетки. Прям под лодкой. А там у тебя кто? Сюда. Второй наш? Такой. Ты сегодня делаешь день. И нам ужин. И вообще все на свете.
такой самый нормальный, как у меня. Вот, вот как раз два вот таких по вот такому судочку съедим, и будет нормально. Плюс картошечка и все дела. Молодец, Русик. Красавчик, красавчик. Ты сегодня прям вот, вот в ударе. Буду. Ох, четкий тычок, сход. Просто на трофейную рыбу, видишь? Тут, тут гак именно, вот, чтобы такого, как ты, взять. Блин, ну удары судака, это, конечно, круто. Твинг импакт поставил, кейтек. Берегу, жалею все время. Но поставил, и вот, смотри. Кстати, немножко не пробил. Не насквозь. Вот такой вот свинг импакт 4 дюйма поставил, и вот такой красавчик. Да. Хорош, Русик. Стандартные, да, такие? Полкилушные. Твои, я просто не видел, сколько рыб такой. Ты представляешь, сколько за, за сегодня ведут, блядь, рыбы? Много рыбы. Ох, как я эти удары люблю, это просто шикарно. Согласен. Ну, видишь, они стандартные все. Смотри, как я просек именно. Просек, блин, в глаз просек. Давай аккуратно, чикс. О, отлично. Вот так вот. Не, ну тут лазерную коррекцию надо будет делать. В принципе, 6 килограмм, я думаю, не набрали. Так что мы не нарушаем, как бы. Ага. Тоже такая поклевка классная. Тоже хорошая такая, прям аж не резкий удар, а такая сильная потяга. Такая бух. А, вот так даже, ты понял. Смотри, вот это увалило. Я говорю, подтяжка хорошая была. Жалко, конечно. Че его жалеть? Будем на него ловить. Он ловит, будем на него ловить. Зовут красная камера, это каменная градация. Там ноги просто... О! Да! Надеюсь, я его пробил. Ну, вроде как повеселее. Смотри. Если крит хоть чуть-чуть согнулся, значит, там нормальная рыба. Не спеши только, чтобы ты не поранился. Не, ну ты повторяешь прям мои подвиги. Иди в жопу. Ну да, килушка, я думаю, есть. Вечерком взвесим. Ну, пробил, повезло тут. Хорошо, я вот так застег. Вот этот Машки, да, поедет? Да. Ты уже... А вдруг бы я хотел выпускать? Ты уже открыл, смотри. Иди ты голодный. И смотрите, хотел сказать, вот эти коробки очень много людей ждало. Вот такие и поменьше, еще такая поменьше коробочка уже есть в наличии. Так что забегайте ко мне в интернет-магазин. Затарил их нормально так, побольше. Красавчик, Русик, молодец. Чуешь? Звони почаще. А, сошел. Уже я тут. Ты в поликлинику там. Вот так я буду подсекать вас. Видел, как этот шмель едет? Блин, конечно, уважуха таким пацанам. Ты его даже не видел. Если не видел, это не считается. Ну, все, что ты не видел, это байки. Не смотри сюда. На креда садится Наски 4000 с единицей по Японии шнуром. Шестижилка. Мягенькая, тихая. Хоть и не восьми. А, ну, конечно, ну, поговорить по телефону это важнее, чем там судак на килушку висит, да? Понты колотишь, да, уже? Че важный звонок. Пугал вот это, пугал всех, вот это все там ждали, там сейчас монстра, ты вот это вот просто его поперек взял, да, и... Я думал, это рыба, понял? Я думал, это рыба, именно вот, 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 вот та рыба, это не рыба. Пацан на двойнике рыбачит. На двойнике целый день, ни одной рыбки не оборвал. Я на офсете уже третья. Даже арфа не помогает.
Да, рыба. Ого, слышишь? Да. Оказался. Не, ну, блин. Пойдет. Хрюш! Так, ребят, вот еще один вот такой красавчик. Меняем место, потому что мы тут реально 2 часа уже торчим. Вот смотрите, это место. Вот мы проезжаем вот эту небольшую балочку, и тут на ней получается вот такая вот штука лежит. Вот видно, да? Вот, вот, вот отсюда мы его и ловили. Ого! Все! Доигрался! Еще и штопора не взял. Во! Вот он! Опа. Ну, пойдет. Неплохой размер. Такой грамм 600-700. Такая полоса у него ярко выражена. Просек, вот то просек, так просек. Ой, ну смотрите. Изи шайнер. Второй, изи шайнер, второй ушел. Вот. Стандартные такие. Ну, я скажу, неплохие. Хоть и стандартные, но... Красавцы. Крючок поставил мощный, чтобы такого, как Русик, трешку взять. Если он клюнет, чтобы его... Иди сюда. Ты вообще, ты циркач прям. Эти вот камешки с судаком вперемешку. Ну, это мы так думаем. Ну, я думаю, это так и есть. Тут не разобрать именно каменные гряды. Так что сейчас будем брать. А там перестало. Ну я килл 25 поймал. Он хвастался. Это было ходить справкой, хвастаться, что ты дурачок. Смотрите, 7Б. Это ж не после чего так вот, да? Сегодня целый день стандартные клюют. Прям вот одинаковые все. Я как Федерико Феллини. Не, все равно лучше перес... Ого, слышишь, давит так. Зараза, кейт-теку работал до конца. Короче, вот такие стандартные все.
Итак, у нас вечерка. Осталось совсем не часик еще рыбачить. Ничего не успели. Было, там есть места, много корях, которые мы хотели объехать. Вообще не успели. Почему мы, Руся, не успели? Потому что все настолько четко, хорошо и классно, что мы просто сидим, трындим, отдыхаем. Хорошо, все отлично. Ну ничего, завтра еще целый день, так что мы еще завтра навалим, я думаю, судака. Пока что вот это место самое хорошее. Это не то место, где Руся поймал трешку, а мы сместились чуть-чуть правее. На порядок правее. И видите, тоже отзывается. Так что сейчас еще постоим здесь. Пробьем еще коряшки, хотя бы эхолотом. Может, не спиннингом, но эхолотом пробьем. И будем искать место, где мы будем спать сегодня. Руська, выключи музыку. Дай мне пару долларов дай хоть заработать на монетизации, бо заберет их вот тот, кто поет, блин. Я так понимаю, он и так не сирота. Блин, у тебя не можешь топоров? Чтоб в силикон вкручивается. Давай. Вот так вот, крик, давай! Хорош, так, все, я пошел своего вытягивать. Так, смотрите, вот видите, со штопором уже все хорошо, даже порванную резинку хавает. Так что, ребята, залетайте ко мне в интернет-магазин, я накупил этих штопоров селектовских, там три размера, манюсенький, средний и побольше. Выбираете штопор, вкручиваете в силикон K-Tech, и он у вас живет на порядок дольше. И клюют вот такие судаки. Боги свой цвет, ну как правильно жить, я так и не нашел ответ. Вина! Не я! Ну а я! Эй! Оп. Забывай. Есть! Ох, слышь, у меня там кто-то так только что наступил. Смотри, у тебя там большой чинь? Нет. Все сошло? А такой дуплетик был бы неплохой. Хорошая была песня. Так, бро, сейчас попробуем аккуратно. Вот тут жабры, да, у тебя? О, отлично. Красавцы, красавчики! Есть? Тихо! Ты торжешь, мы только что чуть не перевернулись. Подача, а судак небольшой. Да. Подача реально. Ты в гребаном тазике. Ты насильно так вот, ты не, ну, садись на край и оперся еще. Тазик у тебя дома, как, это лодка. Как об спинку оперся. Ты что, я вот сейчас бы... Да, все. Такой подача самый. Подача была. Ну да, он же ж... Мама. Забодал ее. Эта песня клюет больше всех. Подача такая классная была. Вот классная подача. Такая песня хорошая. Нет, такой самый, ну блин, да. Тыкают они знатно. Давай еще раз попробуем. Этот дельфин. Ой-ой-ой, Руся, глаза. Все, фух. Какой-то странный попался судак. Что у любви у нашей? Так, один не выдержал. Капали, капали с неба капельки, капельки. Губу-губу, я хочу тебя целовать. Она не знает, и тоже и стучит. С вопросом, кто там? Тебя, эту ночь мне сказал, между нами скрипа. Задинная флипа, между нами флипа. Ты мне постреляй! Между нами байбал. Попадаешься, цестаешься там. Любимая, это просто так.
Итак, ребят, рыболовный наш день подошел к концу, но сейчас мы прибыли на такое классное место. Тут прям беседки. Мы, кстати, здесь уже с Русей были. Офигенное место, классное. Сейчас здесь мы будем готовить картошку, жарить судаков. По рыбалке что скажу, сегодня было действительно классно. Классно оторвались. И, кстати, не все даже попало в кадр, потому что, ну, грубо говоря, одно и то же. Я очень не люблю Днепр. Одно и то же, одно и то же, одно и то же. Судачки плюс-минус были все одинаковые. Я думаю, где-то в районе 600-500. Поклевки эти судачачьи, это когда бабах, это просто супер, просто круто, просто класс. Я сегодня рыбачил на Swing Impact четверку, на Easy Shiner тоже четверку. В принципе, что на то хорошо клевало. Но в рыбалке на судака, я скажу, самое главное — это место. Хорошо найти место, мы сегодня тоже, спасибо Эхолоту, нашли место. И Эхолот Лоуренс... Давай, только ж не толкни меня в воду. Эхолот Лоуренс Hook Reveal 9. Hook Reveal 9, боковой скан. Это, конечно, не такой крутой, как там элиты, там TI-ки, там все дела. Нормально показывают, но видно, не скажу, что прям видно судака, но видно, что рыбка есть. Понять, что там рыбка есть, можно. Сегодня классно нашли свальчик. Кстати, не снял. Свальчик с 6 на 8. И внизу свала лежат бревна, вот так вот, как будто столбы даже, я сказал бы, какие-то, вот так вот просто навалом лежат вдоль этого всего. И скажу, что даже не только в бревнах ловились, а просто по вот этой бровке мы начали продвигаться вправо, и тоже, ну, хорошо, нормально клевал, ловился, стоял. Давайте я, наверное, быстренько покажу вам эту красоту, потому что сегодня ни разу не летал, потому что я представляю, что начнется с людьми, которые из Кременчуга. Приехал засранец с гришних плавней, показал все точки, и прям ужас. Так что сейчас давайте тут полетаем и начнем готовить, ложиться, стелиться и отдыхать. Мы дурачились с музыкой, мы не пили пока что. Мы не пили, мы просто, ну, хорошее у нас было просто настроение. У Русика так вообще, он любит совмещать все сразу, и музыку, и танцы, и рыбалку, и вот сегодня так и получилось. Мы просто слушали музню и просто фигачили. Выпустил я сегодня, наверное, ну, дофига судаков, дофига. Взяли мы, сейчас я покажу. Тут все не видно. Короче, вот это самые здоровые килушки, наверное, две штучки. И, короче, мы норму мы сегодня, конечно, перевыполнили, но это при том, что мы сейчас два штуки пожарим, съедим. Русик своего большого малого повезет, я Машке свою килушку повезу, и там уже еще возьму несколько штук. Ну, короче, я думаю, все будет нормально. Ничего такого сильного мы плохого не сделали. Я же говорю, если вы видели, сколько сегодня выпущено было, это просто дофига. И я представляю, когда вот эти вот яичники попадают на такую тему, то очень печально. Итак, ребят, всем доброе утро. Поспали мы немножко сегодня, до 7 часов. Ну, нормально поспали. Судачков мы оставили на утро. Вчера уже не осилили. Сегодня утром пожарили судачков, попили кофе. И собираемся и отправляемся на второй день рыбалки. Погнали! Ну что, Русик, как спалось? Отлично, в домике. Ты готов пороть судаков? Да. Много-много? Десятка два еще. Обойдешься. Спасибо людям, которые построили это место. Все просто шикарно, все круто, обалденно. Мусор мы свой забрали, хотя там есть яма. Вон, Русик на нем сидит. Так что, как всегда, за чистоту и порядок. Итак, Русик распаковывается. Молодчинка, Русик. Ты доказал свое превосходство. Во всем? Знаешь, что это такое? Да. Это сход. Русик, кроссовчик второй пошел. Так у тебя батарейки есть? Да. Давай.
есть. Хорошо так. Хорошо, как я люблю. К сожалению, это такой же самый. А это разве зеленое? О, класс! Первый. Вот это самый маленький, да, за два дня? Аккуратно. Тоже маленький. Вот оно! Сошел, чешу? Не, не сошел. Получше, поярче. О, ну такого уже маме не стыдно привезти, только надо достать еще. О, ну вот это уже хорош, да? Это уже пойдет. Красавелла. Так вот красиво. Перешел на фишап, потому что кейтек уже закончился. Ну вот, почти кило 200. Это уже нормально. Да что ты будешь делать? Да, надо поближе встать, понял? Мы поклевки все на выбросе и самое жирное. Ого, тетя! Стой, я чуть с лодки не вывалился. Это хороший. Это хороший. Это хорошенький такой. Ну, не скажу, что прям вот так, да? Ребята, вы только зацените. Два пацана взяли два трофея. Хорошо. О! Давай, малыш, давай. Давай. Покажи. Там был хороший. Только блеснуло и все, ты понял? Давай хотя бы ты. Вот так вот я слил, давай хоть тикер не сли. Не в якорь. Так отведи его. Да, да. Да. У-у-у. Я знаю. О-о-о! Красавчик Руся. Держи. Держи его. Ой, молодец. Вот так вот, да, мы умеем рыбачить. Вот так вот. Сямбик, ты красавчик. Но это небольшой. Вот. Сразу понял, блин. Угу. Что-то мне не везет. Русик на двойнике два дня рыбачит, ловит, все засекается, а я только ухожу от офсета куда-то, или в джиголовку, или в двойник, сразу, короче, я обрываюсь. Прям вот сразу. Первый заброс, все. Вот так выглядит место, где я перевязываюсь. Флюр у меня 0,55. С иглом. Дизайн обновил, так что не пугайтесь. Застежки 2.0 Select. Хорошие застежки. У меня их в магазине миллион. Так что забегайте, берите. Хорошая, качественная застежка. За нормальные деньги. Смотрите, вот это вот, вот тут вот они сидят точно, вот это вот они. Сейчас мы их будем брать. Рыба? Да. Выматываюсь. Да. Не спеши. Ну ты, Руська, молодец сегодня. Сошла? Было лесом, это просто жопа.
спорте, когда ты просто понимаешь, там паровоз реально. И уху. Еще не сошел. Еще не сошел. Вот это мой трофей. Я надеюсь, я его возьму. Я надеюсь, я тебя возьму. Потому что два схода, это уже очень плохо. Я и так огорчен был очень сильно. Мы еще без подсаки. Ого-го. Покажешься? Судак. Судак и хороший судак. Руська, вымотайся, бо он сейчас мало ли куда-то пойдет. Слышь, чувак, это крит. Крит не должен так гнуться. Я не могу, он не поднимается, ты понял? А он белый. Да. Ади якорь. А? Ади якорь. Я не могу поднять его. Смотри. Это вот то, что у тебя было? Не знаю. Да. Это очень здоровое что-то. Вот прям... Прям вот очень. Смотри. Да не бывает так. Не бывает такого. Якорь там, да, у нас? Плохо. Идет к нему. Я только сейчас начал понимать, что это очень что-то большое. Ну вот то, что у меня было, я же говорю, просто паровоз. Я хочу просто увидеть, что это. А ты купи, слава. Слышь, я устал. Как они на морской рыбалке там? Вон, слизь, видишь? Угу. Это сом. О, я вот блеснула. Блеснул парень. Хорош. Так их прикольно вытягивать. На 20 минут, короче. Можно сесть, перекурить. Да не, не, не. Смотри, он тебя хвостом может вырубить. Печально. Заноси, я хоть сфоткаюсь. Ну, Русик, давай пятерочку. Мы ж не за рыбой, мы... Вот такой красавчик. Я его сейчас завешу. Покажем. Покажи, Русь, язву с другой стороны. Обидно, что вот, смотрите, какие язвы. Прям жесть. Знаешь, что с ним делать? Да. Так, пусть... Ребят, все равно... Радости, адреналина, полные штаны, особенно когда не знаешь, кто там, и ты думаешь, блин, кто это? Это может быть кто угодно, и это вот такое вот. Жалко, конечно, можно было забрать, схавать, но не знаю, что это, бациллы, зараза, можно, нельзя, ну, я думаю, выпустить его, да и все. Хорошо. О, так. Есть. Вот такой, ребят, его вес. Конечно, сом это нездоровый, но я вам скажу, у меня это первый сом с лодки. С берега я ловил сомиков, и таких здоровых сомиков я не ловил. Я всегда удивлялся, бывало, люди только начнут рыбачить и уже ловят сомов. А я сколько джигую и нифига. И вот он, мой сом. Первый с лодки. Все, погнал. Пишите, кто знает, вот эти вот раны, что на нем были, его можно было выпускать или лучше его не выпускать? И, короче, пишите. Есть можно, нельзя. О, ну этот жирненький такой, этого вы давай тоже в пакетик. Так, ребят, смотрите, мы вот стоим, вот этот свальчик с пятерки в семерку. И вот на вот этом свальчике вот я поставил, вот где судачки стояли. И вот как раз вот тут поклевки, вот это 20 метров, вот недалеко от лодки как раз четко клюют. Сейчас мы это покажем, наверное. О,
ты, второй бонус. Слышишь, а мы успеем его вытянуть, пока вот эта штука не приехала? Потому что тут, ну, серьезно. Я тебе могу подсказать, вымотайся, потому что сейчас замотаюсь с тобой вместе. Это дубль 2. А она, ну, мы же ей не будем мешать, она вот туда же, да, причалит. Давай, Крит. Хотел, получай. У фаворита Крит ассоциируется как мощное удилище для трофейной рыбы. Поэтому я его сегодня и взял. Он у меня с тестом 10.32, рост 2.29. Сухое, звонкое, очень жесткое удилище. За пузо. А чё он там плавал? Чё он там плавал? Одного за рот, одного за бочину, подумаешь? Так, все, сделали вид, что я зацепился. Идем дальше, блин. Давай, малыш, давай. Потихонечку, помаленечку. По копеечке, по зернышку, по семечку. Я на работу с утра, на работу. Стой, стой, стой. Да, это так бывает у них, он тебя увидел. Он умнее, чем обычная рыба. Ой, Руся, красавчик. Ты прям самолов. Конкурс, значит, будет с этим. Покажем вам поближе вот этот красавчик. Сейчас я его взвешу, и мы проведем конкурс, сколько же он весит. Какие будут призы, как обычно, сяду дома и все вам расскажу. Так что сейчас взвесим и погнали. Этого красавца я отвезу родителям. Пусть они кушают вкусненького сомика. Так что про рыбалку скажешь? Отлично. Устали мы сильно. Рыбу ловить очень много. Руки болят уже, да? Да. Лодки не получилось взвесить, потому что она шатается и цифра не останавливалась. Сейчас быстро рассказываю условия конкурса. Каждый раз одно и то же, но это обязательно нужно все проговорить, чтобы не было потом вопросов. Вам нужно угадать вес этого сома. Вес сома угадываем кратно 5 грамм. У меня весы показывают кратно 5 грамм. Привожу пример. Кило 245, кило 250, кило 255. Вот в таком русле вам нужно угадать вес рыбы. Вес рыбы угадываем только один раз, потому что находятся хитрые люди, которые перечисляют все цифры. Так делать нельзя. Только один раз. В комментариях пишите, сколько вам хочется. Вес рыбы один раз. Второе, вы должны быть подписчиком моего канала Тур Истории. Хочется, чтобы действительно выиграл подписчик, который смотрит мой канал. Конкурс проходит только на Ютубе. Победителей будет 2 человека. 2 первых человека, которые правильно угадали вес. Если же никто не угадал правильно вес, 2 человека, которые были ближе всего к правильному ответу, первые. Какие будут призы, в этот раз я не скажу. Чтобы победителям было 2 сюрприза. Первый — это то, что они победители. И второй — какие же будут призы. Какие будут призы, будет отдельное видео итоги конкурса. Я не знаю, там дня 3, 5, 7, не знаю сколько дней, смотря как будет угадывать вес рыбы. Там я все в итогах скажу. За призы спасибо интернет-магазину Ibis. Это спонсоры, которые постоянно меня поддерживают, предоставляют подарки для моих подписчиков, помогают очень хорошо мне. Ребята, вам спасибо огромное. Призы я отправлю в любую точку мира, планеты нашей, абсолютно бесплатно. Приз должен быть призом, вы заберете свои подарки абсолютно бесплатно, доставка будет оплачена. Ребят, всем удачи, участвуйте, всем спасибо. Скажу, тема крутая, боковой скан, потому что вот это место, где я поймал сомов, я летел на полном ходу и просто смотрю песчаные барханчики такие, как вот это периодически, они вот так волночка, волночка, а потом смотрю так прям в ух, и прямо аж видно рыбка, рыбка, мальки. И я по тормозам возвращаюсь, и точно, точно хорошее место. Итак, ребят, закончилась наша двухдневная рыбалка. Да-да. Русику спасибо большое. Хорошая, всегда, трофеи. Хорошая рыбалка, да, и хорошая компания. Вообще, рыбалка получилась просто бомбическая. Вот такой вот красавчик лежит.
сейчас его повезу домой. И несколько судочков обязательно тоже. Ребят, с вами был канал Тур Истории, Русик Юрий. Да, если вам понравилось, обязательно подписывайтесь на канал. До следующего интересного видео. Всем пока. Всем пока. К узде программы, в принципе, Select 5 дюймов, это копия Изи Шайнера. Изи Шайнер настоящий в четверке, 4-5 дюйма. И тоже очень люблю этот Fishup Ушет. Тоже четверка, тоже хорошая штука. Тоже ловила. И, конечно же, Swing Impact больше всего ловил, но он скормился весь, вся пачка ушла. Но я скажу, да, K-Tech, дорого, все, но ради этого мы его и покупаем. Рыбалка была реально классная, хорошая. Конечно, побольше бы судачков трофейных было бы вообще супер. Thank you.